Помимо того, что православные христиане ищут помощи со стороны почивших людей, они также ищут помощи и со стороны определенных предметов. Мы уже с вами говорили о том, что обожение человека включает в себя обожение его тела. Обожение может затрагивать не только там, душу человека, какое-то внутреннее состояние человека, но и вполне материальные вещи. И поэтому материальные вещи, особенно останки святых или какие-то предметы, связанные с жизнью этого святого, они с православной точки зрения становятся либо наполненными Божьими энергиями, либо, если пользоваться другим языком, становятся духоносными. Вообще особое отношение к останкам святым, достаточно древнее явление. И уже в середине второго века мы встречаем почтительное отношение к останкам. Но почтительное отношение к останкам, которое мы видим у отцов церкви, это не ожидание каких-то чудес от них. Это скорее воспоминание о том человеке, которому они принадлежали. И некое материальное напоминание о подвиге мученичества, потому что обращали внимание на останки мучеников. Так вот, материальное напоминание о подвиге мученичества и призыв к другим верующим. Чем тоже видя эти останки, подражать этому примеру, тоже может быть в каких-то условиях становиться мучениками. Вы наверняка знаете, что достаточно распространенной практикой у римской церкви, например, было совершение служений в катакомбах, а катакомбы в Риме это как раз место захоронения, и поэтому для римской церкви было естественно проводить богослужение как раз в тех местах, где были похоронены пострадавшие, подвергшиеся гонениями члены этой церкви. Потом гонения прекратились, спустя какое-то время стала церковь государственной, проблем уже не осталось, но вот эта вот привычка, близость останков святых, напоминание, которое было связано с останками святыми, оно уже настолько вошло в жизнь церкви, что когда церковь покинула катакомбы, когда церковь стала собираться в новых строениях, останки они забрали с собою. И в Древней Церкви достаточно быстро устанавливается, что практически вся жизнь церковная, она так или иначе была окружена останками святых. Останки добавляли в стены, когда строили то или иное строение. Останки помещали в алтарь в тех местах, где совершалась Евхаристия. И в современной церкви, в любом православном храме на алтаре лежит такой такая ткань, называя антиминцем, и в эту ткань зашиты мощи святого. Без антиминца, не на антиминсе, Евхаристию совершать нельзя. Поэтому в любом храме, в любом месте, где совершается Евхаристия, обязательно вот есть такой плат с мощами святых. Кстати, вот часовня от храма как раз отличается и тем, что есть там алтарь и возможность совершать Евхаристию или нет там алтаря. Так вот, мощи окружают православную жизнь, помимо того, что они добавлены в стены, помимо того, что они на антиминсе, в очень многих храмах они выставлены, к ним можно подойти, приложиться, стоят какие-то раки с мощами. И теперь нам нужно задаться вопросом, вообще, что такое мощи с православной точки зрения. Но, во-первых, они все еще сохраняют педагогическое значение. Мощи – это напоминание о том человеке, которому они принадлежали, это воспоминание о нем, и это призыв подражать его вере. И, например, Иоанн Златоуст писал следующим образом. «Милосердный Бог, дарующий нам бесчисленные случаи к спасению, вместе с другими путями открыл и тот путь, который поможет привести нас к добродетели» оставляя, между прочими, мощи святых, ибо гробницы святых возбуждают к подражанию тех, которые на них взирают. Мы с вами уже говорили, что святые обладают определенной педагогической значимостью, так и остатки, и останки святых обладают определенной педагогической значимостью. Но как со святыми есть определенное мистическое общение, так и с их останками есть определенное мистическое взаимодействие. И тот же самый Иоанн Златоуст писал, «Тела святых ограждают город лучше всякой твердыни» и, подобно высоким скалам, зримым отовсюду, не только отражают нападение видимых врагов, но и все козни и наветы демонов разрушают столь же легко, как сильный муж разрушает забавы детей. Если город защищен телами святых, то сколько бы ни ухищрялись неприятели, не могут противопоставить им ничего равносильного. Так что уже при Иоанне Златоустия святые рассматривались и как защита от дьявола, и даже какая-то вот как материальная защита от врагов, от вторжений. По ему вторит Григорий Богослов, который пишут, они то есть святые мученики, прогоняют демонов, врачуют болезни, являются, прорекают, сами тела их, когда к ним прикасаются, и чтут их, сколько же действуют, как святые души их. Даже капли крови и все, что насилие носит на себе следы их страданий, так же действительны, как их тела. Ну и еще одна цитата из Иоанна Дамаскина. Владыка Христос даровал нам мощи святых, как спасительные источники, которые источают многоразличные благодеяния и изливают мира благовонное. Через мощи святых изгоняются демоны, отражаются болезни, врачуются немощные, прозревают слепые, ощущаются прокаженные, прекращаются искушения и скорби, и всякое благое даяние от отцов святов не сходит на тех, которые просят с несомненной верой. В свете такого возвышенного описания, в смысле таких вот ожиданий от Останков святых неудивительно, что православная жизнь наполнена различными манипуляциями с мощами, ну, под манипуляциями я что подразумеваю, время от времени, например, останки каких-то известных святых возят по городам, чтобы те люди, которые не могут, может быть, поехать далеко на поклонение, хотя иногда ездят, так вот, когда их возят, то огромные толпы собираются для того, чтобы прикоснуться, для того, чтобы постоять, для того, чтобы там как-то побыть и подвергнуться какой-то благодати от этого. Причем не только останки святых, но и предметы как-то связанные со святыми, и, может быть, вы знаете, вот недавно привозили дары волхвов Иисусу. И хотя по своему внешнему виду они очень напоминают изделия примерно 15 века, но тем не менее огромная масса людей приходила а, к этим предметам, как как раз к тому, что вроде бы волхвы принесли Иисусу. До этого привозили пояс Богородицы в Россию. И 3 миллиона человек пришло, чтобы как-то вот прикоснуться, поклониться поясу Богородицы. Причем люди буквально более 10 часов часто вынуждены были стоять в очереди для того, чтобы просто одну секунду пройти мимо пояса. И вот 3 миллиона человек собрались, чтобы вот как-то выстоять, перенести это и проявить таким образом свою веру. Причем, что забавно, если, например, взять принесение пояса Богородицы, то какие-то попытки статистического исследования людей, стоящих для поклонения поясу, не выявили особой воцерковленности среди этих людей, и людей, ходящих постоянно в храмы, как-то участвующих в церковной жизни, понимающих сущность православия, в этой очереди было практически не больше, чем просто людей на улице. То есть масса людей, которые, может быть, многие из которых даже никогда не были в церкви, вдруг оказались вовлечены в это дело. И связано это было во многом не только с религиозной значимостью пояса Богородицы, но и с различными утверждениями, что, например, там она, он исцеляет от бесплодия или еще что-то. Еще, кстати, один забавный момент, касающийся пояса Богородицы, раз уж мы про него заговорили. Дело в том, что та часть пояса Богородицы, которую привозили из Греции, не единственная, и несколько частей пояса Богородицы в течение уже многих-многих лет хранятся в Москве, причем часть совсем недалеко от того места, где, вот, собственно, демонстрировался этот пояс. Но, тем не менее... Поясу, привезенному из Греции пришло 3 миллиона человек, а частица той же самой материи, находящейся в соседнем храме, так практически никто и не подошел. Здесь вот мы проявляются какие-то привратности народного поклонения мощам, и эти превратности они показывают, что далеко не все просто. И эти превратности показывают, что здесь не святой и не пример святого, а какое-то особое обожествление, наделение таинственными свойствами материальных предметов часто играет большую роль. И нам очень трудно разграничить было бы языческое поклонение, когда язычники используют идолы, используют различные там странные предметы, и христианское поклонение, ну, православное, по крайней мере, поклонение, когда люди прикасаются к мощам, и ожидают какого-то действия Божьей энергии или действия Святого Духа. Поддержите Тв семинаре молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Что касается обоснования, которое православная церковь использует для того, чтобы как-то отстоять вот эту вот практику поклонения мощам, то чаще всего ссылаются на четвертую книгу царств, 4 глава, 21 стих. Помните историю с костями Елисея: да, когда на, него, на них поместили мертвое тело, и оно вдруг воскресло. В Библии есть действительно такое описание. Хотя мы тут же должны отметить, что после этого, насколько мы можем судить в Ветхом Завете, не установили регулярного ни поклонения остаткам Елисея, ни каких-то других подобных мероприятий не проводили. Это предстает перед нами как просто небольшое разовое событие. И что касается обстановки, то, может быть, причина его происхождения – это то, что израильский народ, запуганный иноплеменными захватчиками и лишившийся еще и пророка Божьего, из-за этого больше переживающий и не видящий где защита, получил видимое подтверждение, что Божья забота и Божие сверхъестественное действие никуда не ушло, но не превратил израильский народ это разовое подтверждение в какое-то правило поклонения и образ действий в израильском народе. Правда, пытаются найти это еще, например, в том, что из Египта были вывезены кости Иосифа, и в некоторых православных книгах говорится, что как величайшая драгоценность были забраны эти кости, отвезены в обетованную землю. Но, с другой стороны, это просто исполнение завещания Иосифа, и в тексте, опять же, нет какого-то акцента ни на поклонении, ни на сверхъестественных вещах, ни на благодати, ни еще на чем-то. Фактически, использование мощей православной церковью базируется не на библейском учении, а фактически оно базируется на определенном опыте. Время от времени что-то сверхъестественное происходит. Мы с вами чуть попозже поговорим о природе сверхъестественных явлений. Но время от времени что-то сверхъестественное происходит, слухи распространяются. И вот этот вот опыт необычных происшествий, он поддерживает этот процесс. А опять-таки, если есть опыт, если есть признание, если есть мнение церкви, которое признает мощь, а церковь признает мощь, то теперь уже ничего не поделаешь, так это и будет продолжать существовать. Но опять-таки, возвращаясь к изначальному нашему размышлению... Спасение с православной точки зрения это длительное, длительное путешествие, путешествие с не очень ясным концом, потому что то ли ты дойдешь, то ли ты не дойдешь. Путешествие во многом зависящее от упорности, от сосредоточенности, от силы самого человека, участвующего в этом путешествии. Путешествие продолжающееся всю жизнь и даже при жизни не заканчивающееся. И поэтому при таких взаимоотношениях с Богом вовсе не удивительно, что жизнь наполняется дополнительными стимулами, как в виде общения со святыми, так и в виде особого пристрастия к сверхъестественным предметам. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.